Большое спасибо за донат. Человек с никнеймом «Аниме Ебло». С текстом «Мои начинания до смены названия группы, чьи-то под конец стрима слухануть». Спасибо большое, слушаем. Band Name It. Облака Live Studio. Вполне музыка, пока что даже. Такой около noise попчик, как будто должен будет быть сейчас. На игру лучшую музыку создали. Да, и члены у них огромные. Вообще никаких минусов. Бля, не пойму, нормальная бочка и электронные тарелки все. Все живы, что ли? Что за хрень? По-моему, мне кажется, логичнее наоборот сделать. Например, бочку удобно сделать маленький искусственный пэд, потому что у него плюс-минус все равно одна и та же интонация всегда. И при этом она может просто мало места занимать. Заменить бочку живую пэдом маленьким — это разумно. А тарелки электронные звучат всегда хуже. То есть единственное только, что тише. Это фейковая бочка. Это и есть фейковая бочка? Mm-hmm. Все равно она огромная. Зачем такая? Ля, тут вообще жесть пошли. Сложные вещи. Вообще ни слова не могу разобрать. Даже как будто не верится, что этот вокал вот тут звучит. Очень тихо. Как говорит, не, нихуя, не пизди. В грязной луже гораздо громче. Навокал вакнул реверов, чтобы не разобрать было. Хорош. Ну, типа специально так сделано, чтобы все было странно. Понимаешь, вот если сказать, что специально, то уже начинаешь думать, что все гениально круто. Две гитары, что ли, соло играли сразу? Жесть, конечно, чел, ты прям на это. На... Ну, короче, нахуярил. Наворотил. Приколов. Интонационный аккорд другой пиликал. Странно.
Ну, прикольно, да, очень.